Да. Многие считают, что национальная идея сейчас не нужна. И можно работать там, простую экономику какую-то вести. Но мы, русские люди, мы не можем жить без национальной идеи, без большой. Да? То ли строить коммунизм на всей планете, то ли лететь в космос, то ли самодержавие, народность. Что-то нужно всегда. Ну и вот на данный момент национальной идеи нету, вроде кажется. А с другой стороны, она есть. Уже начинают обозначаться цели, куда идти. И как только будет она найдена, вот эта формула настоящая, моментально все структурируется, весь народ наш опять возьмется за дело, перестанут дурака валять. Ведь вот почему даже на болотные люди выходили, площадь? Потому что валяли дурака. Они не знали, чем заниматься, как бы, куда идти. И все у них есть, уже и животы некоторые отрастили в 20 лет, и на иномарках все есть. Ну что еще нужно? Нужно чем-то заняться хорошим. Русский человек без этого не может. Нужно спасать весь мир буквально. И это по силам. Это будет. Только осталось чуть-чуть дозреть до этого, и все прекрасно.